Всем привет, вы на канале Автозвук.ua, у нас очередной тест шумоизоляции, и на этот раз мы добрались до новых материалов от компании шумов, это шумов P4 и P8 New, которые отныне выпускаются в красивенном оранжевом цвете. Ранее вспененный полиэтилен от компании шумов, который имеет индекс P, был таким себе серым и угрюмым, но на смену серым будням пришло красивое оранжевое солнышко. Теперь этот материал имеет такую вафельную поверхность, он естественно стал дороже, как говорит производитель, материал стал более эффективным, и также по непроверенной информации материал теперь имеет больший удельный вес. Если верить официальному сайту шумов.ua, то удельный вес четверки составляет 300 грамм на квадратный метр. Соответственно, восьмерка, которая в два раза толще, должна быть и в два раза тяжелее. Ее удельный вес должен составлять 600 грамм на квадратный метр. Но по факту здесь 450 грамм на квадратный метр. То есть, несмотря на то, что материал в два раза толще, его удельный вес не увеличился пропорционально. Поэтому я могу судить, что это немножко разные материалы. Также эти материалы немного отличаются по цвету. Хотя на производстве, возможно, где-то добавили больше красителя, а где-то меньше. Материал P4, он такой более тусклый, а P8 более яркий и насыщенный. Материал P8 старого поколения на официальном сайте уже отсутствует, но по непроверенным данным его удельный вес составляет примерно 190 грамм на метр квадратный. То есть этот материал менее плотный, соответственно его шумоизолирующие свойства должны быть хуже. Хотя по нашим прошлым тестам мы уже выяснили, что плотность материала не всегда сказывается на шумоизолирующих свойствах. В любом случае, сегодня мы сравним между собой новый и старый материал, а также еще добавим в сравнение 4 материала от конкурентов. Для сравнения шумоизолирующих свойств всех материалов нам по-прежнему понадобится научный прибор под названием ведро ежика. Думаю, многие из вас уже поискали в гугле информацию о данном девайсе и нашли для себя ответ на вопрос, что же на самом деле такое ведро ежика. Те, кто не нашли ответ на данный вопрос, я вам рекомендую продолжать искать эту информацию, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Внутрь ведра мы будем класть мобильный телефон, который будет излучать сигнал на определенной частоте и на определенной громкости. Дальше по очереди каждым материалом будет накрываться ведерко, и шумомер будет измерять разницу в шуме до накрытия ведра и после.
Итак, по результатам теста мы видим, что в принципе новые материалы от шумов P4 и P8 New, во всяком случае в этом тесте, занимают лидирующие позиции, особенно если говорить о материале P4. При этом разница в, скажем так, шумоподавлении между P4 и P8 составляет 1,3 дБ, и это с учетом того, что восьмерка в два раза толще. Также интересное наблюдение я сделал по поводу старого материала шумов P8. Его шумоизолирующие свойства абсолютно такие же, как у нового P8 New, и поэтому я смею предположить, что в новых материалах изменился только цвет. Более подробное сравнение с остальными участниками теста вы, собственно говоря, сейчас видите на своих экранах. На этом у меня, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.